Всем доброе утро. Что ж такое, никак я не сниму опытные сорта. Вот сейчас все бросила и пошла снимать. Так, ну вот здесь у меня написано Северин. Скорее всего, что это он и есть. Вот такой красивенький, блестященький, подлиннее бёрна. Ой, хорошенький. А вот этот длинный, что я все говорю, не пойму, что ли северин в него превратился. А это, оказывается, турецкий опытный сорт, который, кстати, Алексей Иванович очень нахваливал. Сказал, сам видел. А, нет, это не тот номер, посмотрела, не тот. Короче, вот такого красавчика мы тут немножко посадили. А я еще думаю, откуда он? И главное, что его немного. А это вот у нас в опытных. Тут какая-то фигня, ничего нету. Здесь тоже ничего особенного. Вот это так, ничего вроде бы висит. Огурчики. Ну тоже такой вот мелкий, мелкоколючий. Как сыну не нравится. А здесь вообще ничего непонятно, наверное, поздний. Тут один какой-то я видела с крупными колючечками. Сейчас пойду посмотрю. Тоже не особо интересный. Здесь мелко с мелкими колючками висят. Вот эти, что мы сажали, самые последние. Да, они какие-то все с мелкими колючками. Иду! И начинают вот так вот немножко желтеть, некрасиво становиться. А это лютояр. Наш красавец. Мужчина. Тут еще по краешку, конечно. И вообще, вот на новых посадках сейчас огурцы красивые, на молодых. А те, которые пораньше посажены, уже красоту теряют. Всем пока, побежала.